В этом году микрорайон Гастелло прирастет новыми жилыми домами. На площадке недалеко от экологического центра вырастут 5 10-этажек по 50 квартир каждая. Строиться не будут с господдержкой, жилье в них получат многодетные семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Таких сегодня на учете в Лидском райисполкоме 332. Тендер на возведение с господдержкой многоэтажек выиграл строительно-монтажный трест номер 19. Субподрядчиками стали Лидские организации «Стройвектор», ПМК 169 и 170 и ДСПМК 72. Это возлагает на наш коллектив достаточно серьезную ответственность за работу, потому что объект большой, денежный. Кирпичные 10-этажки будут близнецами. В них по 10 однокомнатных квартир, общая площадь каждой 43 квадратных метра, по 30 двухкомнатных площадью порядка 60 квадратных метров и 10 трехкомнатных по 78 квадратов. Сдаваться они будут с отделкой. Объект будет смотреться презентабельно, то есть все фасадные решения светлые тона, и также будет предусмотрено под каждый дом площадки под стоянки автомобилей. Все дорожные проезды будут выполнены из бетонной плитки. Частичное утепление фасадов плитами полистирольными, а также минватой. Все квартиры будут под 100% отделку. В основном отделочные материалы будут применены белорусского производства, то есть окна у нас заложены проектом из ПВХ профиля, ламинат по жилым комнатам, а уже кухни – линолеум. Балкон у нас будет остекляться. Одно из главных новшеств данного проекта – парковочная зона для автомобилей на каждую квартиру. Находиться она будет вне дворовой территории. На ней же по плану разместятся площадки для детей и отдыха с общим прогулочным зеленым мини-бульваром. Работы по возведению двух многоэтажек начались в конце февраля с вертикальной планировки зданий. Сейчас идет устройство их фундаментов, прокладка всех наружных сетей и проводятся земляные работы. На этом этапе строителям приходится учитывать не только грунты, но и особенности рельефа. Вообще дома находятся на сваях. И достаточно неоднородная ситуация, неоднородно ведут себе сваи. Даже приходилось кое-где и заменять проектные решения, уже когда начали по факту работать. Здесь, конечно, вырисовывается такой микрорайончик красивый, потому что подъезд отдельно, выезд на объездную дорогу объединяется, на будущую объездную дорогу. Значит, здесь делается тупиковый заезд. Продумана здесь ситуация. Срок сдачи группы жилых домов в районе улицы Гастелло – декабрь текущего года. А это значит, что Новый год новоселы смогут встретить в собственных квартирах. Общая стоимость объекта из 50-этажек – около 23 миллионов белорусских рублей. Из них порядка 3 миллионов уйдет на прокладку распределительных сетей, канализации, водопровода и сетей связи. Протяженность сетей здесь достаточно серьезная. Здесь тепловых сетей около 2 километров. Значит, ведется около 2 километров энергообеспечения, это кабель силовой. Автономная запитывается подстанция, от подстанции также около 2 километров разводки идет кабеля. Снимается вопрос ливневой канализации по городу. В том числе мы делаем реконструкцию вот возле ГАИ, под мостом тоже. Меняем трубы, все, чтобы вот не было вот этих традиционных затоплений во время сильных дождей. Будет строиться в Лиде в этом году и коммерческое жилье. Два дома запланировано поставить на площадке по улице Кооперативной.